Здравствуйте! Вы на канале «Как, что, где, когда» и с вами я, Лидия Шилова. Тема сегодняшнего видео для меня не совсем обычная. Прежде чем решиться снимать видео на эту тему, я очень много думала. Дело в том, что в свое время я на себе ощутила все прелести зависти, злости, сплетен, оговоров, полный букет, как говорится. И после всех этих ситуаций, которые со мной произошли, я очень много анализировала, смотрела, изучала и думала, почему почему, какие уроки я должна извлечь из всех этих прелестей жизни. Я увлеклась нумерологией. Я в конце концов, проанализировав это все, поняла, что каждый человек имеет на право себя защищать. И сегодня я хочу с вами поделиться и предложить вам защитить себя от такого рода негатива, себя, своих родных. Сделать то, что я вам предлагаю сегодня, это не сложно. Это может сделать каждый человек, поэтому... Если вам интересно, значит, я с вами делюсь, вы посмотрите это видео, и, возможно, вы сами себя оградите от такого рода негатива, который, отражается потом на нашем здоровье, самочувствии и вообще в разные ситуации в жизни могут происходить. Итак, что нам нужно? Нам нужно вот такой вот алфавит, который пронумерован. Каждая буква этого алфавита имеет свой номер. Пронумерован, да? Я его скачала с интернета. Вы можете тоже скачать его с интернета или же написать вручную, как вам нравятся буквы, и пронумеровать их по порядку. Написать алфавит и пронумеровать по порядку. Алфавит мы будем применять тот, который применялся, когда... вам выписывали свидетельство о вашем рождении. То есть, если у вас свидетельство о вашем рождении на украинском языке, или на грузинском, или на русском, вам нужно применять соответственный алфавит. То есть, украинский, грузинский, русский и так далее. Дальше. Нам нужен кусочек бумаги, листок бумаги, нам нужна ручка. На листочке бумаги мы должны написать фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя и отчество вы должны написать такими, какие у вас стоят в свидетельстве вашего рождения. То есть на том языке и именно то, которое вам дали при рождении, а не то, которое вы меняли после замужества или по каким-то другим причинам. Дальше нам нужно каждую букву будет пронумеровать согласно вот этого вот алфавита. То есть, если у меня буква А соответствует единице, значит, если у меня в имени, фамилии и в отчестве есть буква А, я нумерую под эту букву под номером единицы. То есть, все буквы перевести в цифры согласно этого алфавита. Вот так вот на листочке я написала Волкова Ирина Ивановна. И каждую из этих букв я пронумеровала, поставила им номер согласно вот этого алфавита в соответствии. Да? И у меня получилось Волкова В3, О16, Л13, К12, О16, В3 и А1. Затем я прибавила все эти цифры, у меня получилось 64. Дальше следующие. Ирина. Ирина. И10, Р18, И10, Н15, А1. Все вместе получилось 54. Таким же образом я сделала и Ивановну. Я уже сделала это до того, как... начала снимать это видео, я все посчитала. Точно так же вы пишете свое имя, фамилия, отчество. То же самое вы просчитаете, пронумеруете, просчитаете все эти столбики. А потом все эти три цифры вы добавляете вместе то, что у вас получилось после суммы трех
ваших имя, фамилия и отчество, да? И у вас получится какое-то трехзначное число. У меня получилось 182. Соответственно, я дальше беру свой алфавит и смотрю. 100 единица – это буква А, 80 – это буква Ж, и 2 – это буква Б. А, Ж, Б. Вот этих три буквы – это личные буквы, которые у вас получатся, у каждого разные, да? Это лично ваши собственные буквы, это ваш код. Код, который дан вам при рождении, вы его высчитали, как по нумерологии, да? Затем вы этот код отрезаете кусочек ткани, какая у кого есть, белая, можно плотная, можно вот такой, как у меня, неважно какой, кусочек ткани. И на этом кусочке ткани вы вышиваете три этих буквы красными нитками. Как у вас получится, красиво, некрасиво, но каждый сможет это сделать. Это ничего сложного нету, даже если вы не умеете вышивать. Вы вышиваете этих три буквы, потом вы складываете этот ваш талисман, защита, оберег, как кто хочет, так его называет. Я его ложу себе в кошелек. Это ваша персональная защита. Его никто не должен видеть. Вы должны его положить себе в какой-то там секретный карманчик в вашем кошельке, чтобы он все время с вами находился. И этот маленький кусочек ткани с вашим кодом вышитым будет защищать вас от негатива, который в мире хватает. Даже если вы иногда едете в троллейбусе или в автобусе, и кому-то там что-то не понравилось, или слишком понравилось, и кто-то позавидовал, да, то этот оберег сможет вас защитить. Потому что как зависть, так и злость одинаково негативно влияют на нашу жизнь. Вот такой вот секрет я хотела сегодня вам рассказать. Поделиться с вами, защищайте себя, защищайте своих родных, живите счастливо, в мире и согласии. Всего вам хорошего, с вами была Лидия Шилова.